4 августа на главной площади города Каспийска состоялось заключительное мероприятие «Дети – наше богатство». Оно проводилось для ребят, проходивших летние курсы в мечетях города. Организатором мероприятия выступило духовенство Каспийска во главе с председателем Совета имамов Мурадом Исмаиловым. Отметим, что для детей и жителей города была подготовлена программа с выступлением аниматоров и исполнителей нашидов. Кроме того, на площади для зрителей прошел показ мультфильма «Билал». При просмотре жителей угостили разными вкусностями, мороженым, шоколадками, чаем и другими напитками. Стоит подчеркнуть, что в мероприятии приняли участие представители администрации Каспийского управления образования и многие другие. В завершение зрителям раздали подарки от мецената, депутата Народного собрания Республики Дагестан Заура Расулова, а участникам благодарственные грамоты и письма.